Всем добрый день! Сегодня я хочу испечь пирожки с капустой, с того теста, которое у меня осталось от моих птичек. Тесто было в морозилке, я его вытащила, оно уже растаяло. Воздушное, хорошее. Пирожки буду делать с капустой. Ну и для этого, конечно, мне понадобится капуста, морковка и одна большая луковица. Две морковочки взяла такие. Сейчас я почищу все, потру. Немножко растительного масла потребуется. Капусту пошинкую, морковь и лук. Лук порежу, морковь потру. Итак, лук почистила. Режу сначала пополам. Потом вот так, на три части. И не буду мельчить. Дальше поперек режу. Очень удобно, когда за хвостик держу. Лук не расползается в разные стороны. Ну, тарелочку откладываю, тарелочку его. Также точно и вторую половинку. Думаю, что столько лука мне хватит. Теперь натру морковь. Морковь тру на крупной терке. Одна готова, теперь вторую. Так, морковь тоже готова. Теперь буду вот в эту миску капусту шинковать. Беру другую горщичку. Зеленые листья снимаю, курочкам отдам. Белую мякоть буду шинковать. Отрезаю кусочек вначале. Ну, капусту я всегда режу не так кладу, не срезом вниз, а срезом наверх. Мне так удобнее. И начинаю шинковать вот отсюда, с острого уголка. Не крупно делаю, но и не мелко. Сейчас покажу. Итак, вот столько я нарезала капусты. Сегодня не буду давать никакого рецепта, потому что я делаю все на глаз, так как мне хочется. Вот от начатого вилка вот столько осталось. Даже не знаю, какого он веса был, но вот капуста еще осталась. Теперь можно уже переходить к плите. На масле сначала обжарим лук, морковь, потом туда положим капусту. Вот. Тесто, хочу сказать, что тесто у нас более постное. Здесь нет ни сливочного масла, ни яйца, ни молока. А сейчас идет пост, вот как раз такое тесто после птичек. Помните, я вот пекла птички? Как раз для таких пирожков очень хорошо, кто постится. Итак, я уже у плиты включила горелку, поставила сковородку. Сейчас буду наливать сюда масло. А здесь на столе по порядку поставила, как всегда, что зачем я кладу. Лук, морковь, капуста, впереди специи, соль. Итак, начну. Масло, ну, чтобы донышко закрылось. Вот так. Сейчас разогреется, положу сюда лучок. Выкладываю лук. Помешивать надо, чтобы не сгорел лучок. Немножко подрумянится, буду класть морковь. Вот, чуточку лук мягче стал, уже румянец появляется, буду класть морковь. Капуста будет немножко сладковатая от морковки. Для пирожков это хорошо.
не очень долго морковь помягче станет, потом я положу сюда уже капусту. Пока еще не солю ничего. Так, смотрите, морковь уже стала мягенькая, нежная, эластичная, можно сказать. Теперь я сюда капусту высыпаю. Сейчас ее кажется много, но она потом осядет. Ну и время от времени буду помешивать. Сейчас переверну на другую сторону и посолю, присолю немножко. А потом буду пробовать на соль. Хорошо бы это в казане делать, но что-то я не пошла. Там у нас холодное помещение, где казан стоит, я туда не пошла. Что-то я сегодня подкашливаю. Сегодня мы ходили утром со Славой, кровь сдавали. Мы вчера сдавали кровь из вены, сегодня из пальца. Столько народу. В холле, в коридоре, по лестнице на второй этаж люди стоят. И все кровь сдают. И все с этими же направлениями, как у нас. Это что, столько людей болевших, переболевших уже? Кто-то нагреет, без очереди лезет, а время ограничено. Принимают до 10:30 только, с 9 до 10:30. Люди все нервничают. Во вторник принимают анализ крови, который везут в Тверь. Там делают анализы на сахар, принимают, на что другое. Поэтому в этот день бывает всегда народу много. И вот мы вчера стояли там. Самую последнюю минутку, считай, зашли уже в кабинет. Было уже почти пол одиннадцатого, да. Так, присаливаю. По вкусу. Кто как любит. Перчик. Ну, у меня мельница. Можно черный перец. Какой хотите. Можно приправку добавить, какая вам нравится. Сейчас я так и сделаю. Чтобы начинка была поароматнее. Так, сделаю сейчас маленький огонь, и пусть капуста потушится. Кто-то еще любит добавлять в такую капусту немножко томата. Я сегодня без томата буду делать. Делаю маленький огонь. Смотрите, как капуста осела. Сколько ее было много и сколько сейчас стало. Она стала мягенькая, потушилась на медленном огне. Можно сказать, что она готова. Для пирожков она уже готова. Я поставила чайник, раз у нас сегодня пирожки будут постные, для поста закипел чайник, выключаю. Капусту тоже выключаю. Сейчас покажу, как я сделаю помазку для наших пирожков. Так, беру такой бокальчик, чтобы мне было видно, сколько наливать. Ложку чайную. Чай у меня черный, в пакетиках почему-то не оказалось черного чая. Есть в россыпь. Беру хорошую ложечку с верхом, еще одну, но не полную. Черного чая насыпала, чайник вскипел. Наливаю сюда пол бокальчика воды, кипятка. Чуть-чуть еще добавлю. Так, и сюда же досыпаю немножко сахара. Песка, чтобы сладкий был наш чай. И пусть настаивается. Пока наша начинка остынет, пока я буду пирожки делать, чай настоится и станет коричневого цвета. Накрыла даже. А капусту сейчас вынесу в прохладное место, пусть остывает тоже. Капуста моя остыла. И теперь можно приступать к тесту. Из пакета я его вытащу. Стол присыпала немножко. Все. Чуть-чуть. Ой, какой пузырь. Чуть-чуть я его сейчас обомну. Разделю на кусочки. Сделаю шарики. И будем делать пирожки.
Так, беру первый, разминаю, приминаю чуть-чуть рукой и начинаю раскатывать тесто. Тесто после холодильника очень-очень нежное, послушное. Начинки буду класть много. Кстати, проверить надо на соль обязательно. Начинки много кладу. Противоположные стороны чуть-чуть растянула и соединила. И все, пирожок наш, можно сказать, готов. Вот так я его защемила, защипала. Теперь вот такую вот веревочку здесь сделаю. Как на варениках я делаю. Выравниваю и накручиваю. Вот такие пирожки у меня будут не маленькие. Следующий. Вот и закончилось все мое тесто. Хватило на 9 пирожков. А начинка чуть-чуть осталась. Еще надо было один пирожок сделать. Но это тесто у нас из остатков, из того, что... Так, смотрим, какой чай у меня получился. Черный чай. Вот этим чаем я буду смазывать пирожки. Сладким. Это для тех, кто постится. Кто не постится, яйцом очень хорошо. Ну, можно растительным маслом еще смазать. Решила посыпать пирожки кунжутом чуть-чуть сверху. Надо же его кушать. Как раз на сладкий чай прилипнет. Все, теперь надо подождать, чтобы они расстоялись. Ну, минут 15 подождем. И надо включать духовку, чтобы духовка разогрелась. И будем выпекать пирожки. Духовка прогрелась, ставлю пирожки. Минут 25-30, подождем. 30 минут прошло, выключаю плиту, достаем пирожки. Румяные, красивые. Смотрите, какие они получились. Даже сдвинула я их с места. Сейчас достану блюдо, выложу на блюдо пирожки. Горячие. Горячие. Вот и чаем я их помазала. Смотрите, какие, какого они цвета получились. Ну, от яйца, конечно, они блестели бы. Но это больше тесто постное, поэтому такие пирожки. Сейчас чуть-чуть остынет, и я вам разрежу один, покажу. Беру один и разрезаю. Все горячее. Та-да-та-там. Смотрите, сколько начинки. Пар идет. Горячий-горячий пирожок. Советую всем, кто делает тесто, делать сразу не на одну порцию, а чуть побольше. Оставляете, кладите в морозилку. На следующий раз вам уже пригодится, и меньше будете работать на кухне. Всем приятного аппетита, хорошего отдыха и пирожков вкусных. До новых встреч!